Яңау телевидениях эфирында башқыр тілінде әдірләнген яңалықтар сығарылшы. Студияла Лиана Билалова хаумығығыд. Уткен елді темір юл инфраструктура объекттарында 769 кіші травмаланған. Шул есептен 127 халек болған. Горки темір юлындағына 15 бәлек болмаған зиян көрі. Шулардың хигеді халек бола. Бұйылдың башымнан темір юлдарда 7 еш өсмір, хам шулардың 4-ті бала халек бола. Профилактика мақсаты менен сентябрь айында Горки темір юлында хауфсіздік айлығы өтті. Очень большой молодец за то, что пользуетесь мостом, а не переходите через железнодорожные пути в неустановленном месте. Всегда так делайте. Был айлық сектарында Яңау станцияхында Горки темір юл вакилдәрі полиция хызметкерләре менен бірге район халқының хауфсіздік қағидалары үтәуін текшірді. Темір юлшылар билдәләуінсә трагедиялардың төп сәбәбі кішінің ихтибар хызлығы һәм вайым хызлығы. Қорқыныс фактордардың бірі наушниктар. Көсілі музыка келген поездың таушын ишеттерге бермей. Әмі бүтәхілі қағидаларды бұзмай. Білгістер дисциплиналы еулілерді лә білділәні. Оқусыларға значок һәм памяткалар тапшырды. Железная дорога у нас можно переходить только в строго отведенных местах. Это ЖД-мосты, переходные настилы, ЖД-переезды, тоннели. Запрещается ходить по ЖД-путям в неустановленных местах, запрещается бегать по ЖД-путям, запрещается ходить по ЖД-путям в наушниках, в капюшоне, разговаривать по телефону, переходя ЖД-пути, так как вы можете не увидеть и не услышать приближающегося поезда. Также запрещается у нас залазить на цистерны, пролазить между вагонами, под вагонами. Наиболее часто совершаемые административные правонарушения на транспорте – это переход ЖД-пути в неустановленном месте, проезд на подножках вагонов, наложение на пути посторонних предметов, составляется административный материал, материал направляется в комиссию по делам несовершеннолетних, где на родителей налагается административный штраф. Запрещено переходить железнодорожные пути перед приближающимся поездом. Необходимо ходить только в установленных местах, по пешеходным переходам и мостам. Не допускается детям играть вблизи железнодорожных путей, а также на мостах. Категорически запрещается подниматься на вагоны, цистерны стоящих поездов, так как можно попасть в опасную зону воздействия высокого напряжения 27 тысяч вольт от линии контактной сети. Рейд барышында қалаяны поезды келді. Пассажирдар купер аша сықмай турыға рельстар ашағына сығырға ойланы. Шының мінен олар өз ғұмырдарын қорқыныс астына қоялар. Полиция хызметкәрі сигналынғына ешіткес олар купер аша сығырға болды. Одним из основных направлений деятельности ОРЖД является обеспечение безопасности условий нахождения граждан на железнодорожном инфраструктуре. Ежегодно компания выделяет на эти цели значительные средства. Реализуются технические мероприятия, включение в себя средств строительства и реконструкцию пешеходных мостов, платформ, установку речевых информаторов, светофоров у пешеходных переходов, устройств, видеофиксация, видеонаблюдение средств визуальной информации. Артабан темір юл хызметкерләре рөхсәтһеҙ үткәүел урындарға юл тотты. Рейд барышында улар тейеш булмаған ерҙә темір юл аша сыҡҡан йәш үҫмерҙәрҙе туҡтатты. Әммә балалар ғына эләкмәй, өлкәндәр ҙә алама өлгө күрһәтә. Был көндө рейд барышында ололар ҙа эләкте. Улар менән дә шулай уҡ профилактик әңгәмә үткәрелде. Основными причинами травмирования граждан железнодорожно-подвижным составом и поражения током контактной сети являются незнание и нарушение правил безопасности при нахождении в зоне железнодорожных путей, неоправданная спешка и беспечность, нежелательное пользование пешеходными переходами, тоннелями или настилами, а порой озорное хулиганство или игры, как на железнодорожных путях, так и на прилегающих к ним территории. Известны детские шалости с залезанием на вагон, чтобы прокатиться. Представьте себе, чем они заканчиваются. Ведь напряжение в проводах контактной сети чрезвычайно высокое, до 27 тысяч вольт. И когда человек приближается к такому напряжению, менее чем на 2 метра, электричество начинает наоборот притягивать к себе, и уже невозможно оторваться, и происходит поражение электрическим током. Көп кенә темір юл трагедияларынан құтылырға мүмкін болар ине. Бірнесе минут вақытты хақлар үсін еулілер хауфсіздік қағидаларын бұдалар. Шуны онытырға кәрәкмәй, қағида бұзыусылар үз ғүмірдәрін генә қорқыныс астына қоймай, ә локомотив бригадығы хезмәткәрҙәрен һәм пассажирҙарҙы ла хәүефкә дусар итә.
2019 елды емегат арауақтары системаға Башқұрдыстандың дүние қапқалары проекты тарихи билемелер хәм кісі қалалар бөтересе конкурсында еңді. Бұл еңі арқағында біздің қалала масштаблы үзгәруіздер өтәсәк. Федераль гранттың суммаға 70 миллион хом. Проекты ашыру сектәрінді қаланың бірнесе майданы хәм урамы, хәм шылық вокзал майданы территорияға өзгәресәк. Был проект сектарында яңа станцияхында яңа 100 метрлы ейеулілер көпір өтізілесек. 1957 елғы иске көпір таушалудың юғары дәржіхіні ие. Заманса хауфетлік талаптарына тура келмей. Уткен азнала түзіліш іштәрі башланды, яңа көпір әлікіхінен ирақ болмайсақ. Архитектордар фікірі бойынса өткәуіл түбәлі қаулық мүмкінліктәрі сикле бұғандарға бүті шарттар боласақ. Мост будет современный. Со всеми, значит, с новыми технологиями, с подъемниками для инвалидов. О, я думаю, вам он понравится и будет достопримечательностью города. В следующем году, конкретно дату сейчас тяжело сказать, сейчас только начало, ну, где-то ориентир в середине. На данный момент происходит разработка котлованов для фундаментов схода с моста на платформу. Октябрьдің бірінші күнінде халық ара үлкендер күні білделені. Бұл күнді түрлі ұйышма хам учреждение уәкілдері үлкендерге хүрмәт білдіре. Район хакиметі башлығы Ишат Вазигатов шылық өзінің ұстаздарының хәлін білді. Маршрут бойынса ең бірінші Еңал районының хүрмәтлі гражданины Фәрит Минхажевтың йұрты. Хакимет башлығы район үсешіне зур үліш индірген үсін рәхмәттер білдірді, хәм бүлекке азық-түлік йылмаға тапшырды. Еңал районының тағыла бір хүрмәтлі гражданины Нәзир Зиязов қала қунаққа келділәр. Көп йылдар ол Еңал районын етекләне, хәм әлі лә ол бүтә вақиғалар курсында болырға тырыша. Уларды шылайық музыка құралына хию дә бірләштірі. Ишат Вазигатов түзелмейінсә ойнап та көрхәтті. Өзінің мастер-классын Нәзир Захит олыла көрхәтті. Қонақтарды түдімхізлік мінен Максим Горки урамындала көтіп тұрдылар. Бұнда тағыла бір хүрмәтлі гражданин Зинфир Минхажев ешей. Тухан елдар башынан ол қала хакиметінің құжалық идаралығы бүлігін етекілеген. Ғұмыр бойы іштимағи ішмекерлік хәм партия іштәрін алып барған. Сегодня, 1 октября, День пожилых людей в Российской Федерации. Данный праздник приобрел уже хорошую тенденцию. Чествование наших людей в возрасте, людей, которые свою трудовую биографию, свою трудовую жизнь посвятили служению малой родине, служению нашей стране. И сегодня вот администрация района тоже принято решение обойти с небольшим продуктовым пакетом, набором обыденным наших ветеранов, распределили наших ветеранов по отделам, по рангу, по занимаемой должности и вот посещаем на дому. К сожалению, такое решение принято было в последние дни ввиду обострения ситуации с коронавирусом. Также мы планировали на сегодняшний день большой праздничный концерт с приглашением наших ветеранов всего района. К сожалению, вот ситуация не позволяет такие массовые мероприятия проводить, поэтому с соблюдением дистанции, масочного режима посещаем наших ветеранов. Призвали все трудовые коллективы сделать то же самое, посетив своих ветеранов, узнать, в чем они нуждаются, ну и просто выслушать где-то. Где-то у кого-то недостаток общения, это тоже присутствует у тех наших ветеранов, у которых дети живут вдалеке, бывает, что одинокими остаются. Тогда вот простое человеческое общение их радует.
Орловка ауылында ишевсе Бахаудиновтарға иләхін көбіхі білі. Григорий Мулаянулы һәм Надежда Ғарифиян қыды инде 40 йылдан артық бірге ғұмыр итәләр. Икеһеле эш һөйүсән, һәр береһенең күңеленә яҡын булған шөғөле бар. Ауыр эштән дә ҡурҡмайҙар, тулы ихата тотоп, умарталыҡтары бар. Хүҙесән күркәләр ғырурлыҡ һәм ысын һаҡлау агентлығы. Улар ҡунаҡтарҙы иң беренсе ҡаршы ала. Күркәләрҙең ашауын йорт хужаһы Григорий Бахаудинов үҙе күҙәтә. Шуға уның көнө лә һиҙелмәй тиҙ үтеп китә. Ғәләнең хужалығы ҙур. Унис күркә, хыйыр, башмаҡ менән быҙау, харыҡтар, тауыҡтар һәм кәзә бар. Уларҙы инде йорт хужабикәһе Надежда ҡарай. Беренсе ярҙамсылары 3 йәшлек оноҡтары Рома. Шуға күрә яман хыуларға уларҙың ваҡыттары ла юҡ. Бахаудиновтарҙың тағыла бер яратҡан шөғөлө умарталыҡ. Унда уларҙың 18 умартаһы бар. Бу йылды 10-ға яҡын флагы бал алып, улар хужаларын ҡыуандырған. У меня все-таки сестра, ну, младше меня, они держали тут. Там они, я на улице жили тогда, нельзя было. Год держали, второй год. Вот рой выйдет тебя. Я говорю, нет. Приехали, рой вышел и хоть что делай. Отдали. Мне пришлось завести, вот так, с одной головы. Первый год ведро накачали 8-литровое. Ой-ой-ой, сколько я там мед говорит. Знали, вот так. И потом, видимо, какой-то азарт берет. Все больше и больше. Хужалық ішінен тыш Надежда Ғарифиян қыды бейләуге тұтына. Барлық үйләхіне елі ұйықбаштар бейлей ол. Әғөлелер олардың ел хайын тулыланып қына тұра. Тұрмыш іптәшімінен бірге олар 4 бала тәрбиелеп өстіргендер. Хәдір инде 5 ияны өсіп келе. Мы учились в одной школе. Но он старше меня на 2 года учился. И все, больше я его и не видала. Он в армию служил. Но я училась. После учебы работала в комбарке. Домой шла на попутке. А на попутке приехали все на Улада Четырманова. А там нам надо на Недове идти 7 километров пешком. Вот мы идем пешком с девочками, там много нас было. А сзади трактор едет. И Гриша откуда-то попался, он тоже шел. Видимо, с нами шел, я не помню уже. Трактор подошел, он сел и уехал. Никого из девушек не посадил. Вот говорим, какой парень внимательный. Он сел и уехал. Оказывается, ему неловко было. Так уж получилось, уехал. Ну вот так и все. Он потом меня украл. В 71-м году в ИЖС поступила в сельхозинститут. Вот, в 76-м окончила. Так вот, в 76-м и поженились. Я в комбарке работала, потом приехали сюда. В Орловку его председателем сельского совета выбрали, и мы переехали сюда. Вот с тех пор живем. С апреля 1977 года. Бахаудиновтардың дүйім хедмет стажы хикен йылдан артық. Григорий Мулаян улын көбіхі математика һәм география фәне оқытусығы ақылы етәксі етіп біле. Хақылы елға сыққансы 4 йыл ол Орловка мәктәбі директоры болып ішлеген. Қыздарының біріхілі атайы йылы бойынса кеткен. Надежда Ғарифиян қыды ғұмыр бойы Калинин есіміндегі колхозда хызмет елі өткен. Тәуде зоотехник болып, хуңырақ экономист. Бірге олар өз күстерімінен яңы йұрт қалып кіргендер. Олардың еш қунақтары, балалары хәм иен енсердәрі. Өз қыды алыфта ешей, әмі ұсырақ келіп сыққан хайын ата әсе янына ашқынып қайталар. Пенсия еші қол қошырып ұтырырға сәбәп түгіл. Заман сыямғият үлкен ештегілерге әудім ешәуіреуші алып барыр үсін бүті шарттарды ла тоудыра. Бұның сағу мисалы біздің қалала ешәусі Гүзәл Ғапсаликова. Әлік түрлі спорт ярыштарының еңісі ол әлі ле әудім ешәуіреуішін алып бара. 5 жылылық Гүзәл Ғапсаликова хақлы елға сыққан. Үші арқала қазір ол үйіштеріне көп вақытын бағышлай ала. Дайыми ихтибарды бақсала, йұрт хайуандары ла талап ете. Ғәләнең хужалықта 20-шәр тауық һәм үз ер участкаһы бар. Йәшелсә емеш үҫтереүҙән тыш, улар баҡсаларын үҙ ҡулдары менән эшләгән ваҡ-төйәк әйберҙәр менән биҙәргә лә тырыша. Хәҙер баҡса эштәре инде тамамланған, әммә иң тотороҡло сәсәктәр әле лә күҙ яуын алып ултыра. Шул ваҡытта йорт хужабикәһе аш бүлмәһендә мәшәҡәтләнә. Бешеренергә ул бар күңелен бирә. Уның тәмле ризыҡтарын иптәше Альберт та ярата. Бірге алар 38 йыл ешей һәм бар нимәлә лә бір-береһенә ярдам итеп тора.
С 82 года я с ней живу. У нас один сын с 84 года. Так, 82-го это 38 лет совместной жизни. В данный момент оба мы находимся на пенсии, заслужили. Мое хобби – рыбалка. Это моя болезнь. На спиннинге. Строиться бы как бы на работу, но в моем возрасте что-то не берут. Вот желание, конечно, куда-нибудь по своей профессии, потому что я в энергетике дал 34 года. У нас хозяйство, собака есть, кошка есть, огород есть, теплица есть, колодец есть, все есть. Жить можно. Жена хорошая, конечно. Плохая была бы, я бы столько не прожил бы, наверное. Гузель айтуынса, ул ижат яратусы, хам хадыр улбыға бар вақытын бақшыларға тұрша. Эгерді элек ул кейем тегіп, бейлен-бейлеп, изолондан светильник тарихаға. Хадыр ул яңы проектқа сумған, милли костюмдағы курсақтар теге. Хадыр улның коллекцияғында 9 курсақ бар. Әлігі вақытта ол башқырт милли костюмдары теге. Иш урынында оның мінен хар вақыт бірге ойынсық талисманы бар. Оның мінен іште қыдықлы хам оңайлы бара. Гузель біздің районда ішеген бүті халықтар кеймін тігірге қиялана. Работала в статистике оператором 15 лет. Ну, участвовала во всех там мероприятиях. Потом так получилось, что сокращение. Наш филиал везде, где был, сократили. Потом сельхозхимия лаборантка поработала год. Пусть это на подстанции 15 лет. Оттуда ушла на пенсию. А на подстанции постоянно участвовала в соревнованиях. В Уфе была, в Чалах, в Салават, Кумертау. Везде. Теннис, призовые места даже занимала. А лыжи, там олимпиада была, там с КМСниками, с мастерами спорта тоже участвовали вместе. Я была довольна. Потом вышла на пенсию, оттуда 15 лет проработала. И стало свободное времени очень много. Начала заниматься. Цветы делалось в Амирана, потом заказы пошли. И после этого светильник. Думала, не получится, постаралась. Получилось. И Винаули всем понравилось. Заказы. После этого хотела сделать свадебный жениха невесту, куклы большие и у капот цветами украсть. Ну, вот эта пандемия помешала. И что делать? А куклы хочется делать. Так вот начала делать. И не могу остановиться. Мне нравится. Иногда не могу остановиться ночью, в 3-4 часа уже. А хочется завершить делать. Материал, вот кусочки остаются, я люблю шить. Вот у меня материалы лежат. И вот из этих вот, зачем выбрасывать? А как красиво получается. Сын у меня университет закончил в Сургутнефтегазе, работает ведущим инженером. Теперь еще повысили, курирует в Санкт-Петербурге нефтегазовой промышленностью. Туда летает муж на пенсии. Бір күнін де ол бұшқа ұздырмай. Түрлі үштер, юрт мұшақаттары, ижат, яңаны үйрену мінен оның күні өте. Елдауымында ол қартылыққа юк проектында қатнышқан. Қыш башлану мінен саңғыға басырға ойлай. Ұшының мінен яңалықтарының бүгінгі сығарылышы тамам, хау болығыз. Алтынсы октябрь күнді ең ауылда хауа тұрышының оятлы бұлытлы болуы күтілі. Ел күнья күн байыштан. Атмосфера басымы 762 мм. Хауа температурағы түнді 3-5 градус елі, күнді 5-9 градусқа теклем елі боласақ. Республикалық әдеттен тыш халдар министрлығы мәғлюметтері бойынса оятлы бұлытлы. Ел күнья күн байыштан. Хауа температурағы түнді 1-3 градус елі, күнді 3-11 градусқа теклем елі боласақ. Мама, какой классный подарок мы выбрали Марье Петровне на день учителя. А мне носок останется? Конечно, и носок, и на шоколадку. Мы же закупаемся в находке. Кофе Жокей 99, конфеты Мерси 139, плед 799 рублей. Позволь себе больше за меньшие деньги. Акция действительна до 5 октября. Подробности у консультантов. Янаульскому телевидению требуется оператор эфира с навыками компьютерной графики. Телефоны 50402
5-99-95. Янаульскому телевидению в отдел музыкальных программ требуется корреспондент с перспективой карьерного роста. Знание татарского и башкирского языков обязательно. Телефон 5-0402-528-71. Янаульскому телевидению требуется главный инженер. Телефоны 5-0402-5-99-95. Янаульскому телевидению требуется корреспондент. Умение грамотно излагать свои мысли, иметь внятную речь и телегеничную внешность – основные требования к претенденту. Боже, меня храни! Я здесь власть! Ха! Власть, говоришь? Все в наших руках! Время тления непогашенной сигареты составляет около 30 минут. Средняя температура горения 450 градусов. Некоторым хватает пары минут, чтобы бросить курить. Навсегда. Алло, полиция! Здравствуйте! В школе 97-61 находится бомба! Просьба организована покинуть помещение через эвакуационные выходы. Находится бомба!